Привет! Сегодня мы попробуем вместе с вами новинку. Как она называется? Это динолактина, какао с пребиотиками и витаминами. Отлично! Динолактина – это новая серия. Это детский напиток какао без сахара, с пребиотиками и с клетчаткой. Посмотрите, какая вкуснота. Да, для чего нам нужны пребиотики? Для того, чтобы расти и крепко думать. Умно думать. Да, да, все верно. Да. Здорового кишечника. Молоком мы берем ореховое. Да, орех. Можно ложечку у тебя взять? Можно у тебя ложечку? Дай мне, пожалуйста. Ладно, мы возьмем сейчас ложечку. Другую. Всем привет. Тут мешалка. Вот такая. Вкусно пахнет. Давай, в шейкер 2 ложки какао. Вот шейкер. Шейкер, в котором мы будем смешивать какао. Сразу делает это Рассел, чтобы было понятно, как это возможно сделать ребенку самостоятельно. Раз ложка. Гора-гора, сыпься-сыпься. Отлично. Я немного присыпала. Ну, ничего страшного. Теперь... Наливай наше молочко. Мы взяли миндальное молоко. Вы можете использовать любое на ваш вкус. Аккуратно, да, Сантишечка у нас тут хозяйка. Хозяюшка Медной горы. Вот такой напиточек. Давай. А ты налей и ей дай. Сейчас брат тебе даст. Сейчас чуть-чуть подожди. Еще чуть-чуть. Отлично. Все. Нет, подождите. Давай, еще, хорошо. Все, теперь отдай. Закрывай. Сейчас мы будем взбивать. Посмотрите, каким образом я взбиваю вот так. Вот так. Угу. Хорошо закрыто. Отлично. В этом шейкере есть специальный такой болтатель-мешатель, да, который... Я уже показал. Давай я еще, знаешь, финально, чтобы прям без комочков было. Да, я попробую. Ну что мне не даешь? Ты тоже хочешь, ты так весело мешаешь. Класс. Ну что, пробовать будем? Открывай. Мы приготовили специальные стаканчики. Это мой. С такими трубочками. Отлично. Отлично. Ну и вот этой вот самой маленькой девочке тоже. Все. Ей хватит. Себе заливай. Что, пробуем? Пробуем. Ну, давай. Наше счастливое детство. Какое какао. Мне нравится вкус. Ореховый такой, да, получился у нас? Такой немного какой-то странный. Вот виноград с орехом и с притором какой-то такой. Вкусный прям. Осталось узнать, что такое притор. Это мое взбитие. Очень вкусно. Очень вкусно рекомендую. Пока-пока. Пока-пока.